Прием-прием, леди и джентльмены, на связи Шадимэн, добро пожаловать в новый видеоролик, а именно в битву небоскребов в Майнкрафте. Сегодня у нас будет небоскреб бандита против небоскреба полицейского, а также мы обновили правила этого сражения. Само собой, нашей главной задачей будет являться добраться от самого первого этажа до самого-самого последнего. Так вот, на самом последнем этаже, а вернее даже на крыше небоскреба, нас ожидают наши боссы. Но мы их не будем друг у друга уничтожать, мы их должны забрать, переместить вниз и посмотреть, кто из них победит, то есть они будут сражаться друг против друга. Мне кажется, так будет намного интереснее. Но ты пока что пиши предсказания, как ты думаешь, какой босс победит, полицейский или же бандит. И после этого обязательно не забудь поставить лайк под этим видеороликом. А если ты находишься на этом канале впервые, то не стесняйся и нажимай на красную кнопку подписаться и делай то же самое на канале Лески и Нубика. Устраивайся поудобнее, заваривай чаек, готовь вкусняхи. Приятного тебе просмотра! Итак, друзья, прямо сейчас я нахожусь вот за этой решеткой, потому что, судя по всему, сегодня мне достается небоскреб бандита. Леска с Нубиком будут взбираться на небоскреб полицейского. Сейчас уже видно уже хпшки наших боссов. Вот, мы их сегодня будем с крыши доставать и потом смотреть в конце, как они будут файтиться. Но пока что мы будем туда подниматься, мы будем сами это делать. Давайте, открывайте меня. О, я, кстати, сам себя открыть могу. Да, ну все. Что у вас за решетка? Смотрите, заходишь. Нубик, ты замок монтировал. Заходишь, короче, вот так, смотрите, я такой нажимаю, бац, все работает. Это Нубик. Нубик, понятно, даже решетку построить не умеешь. Ну ты даешь, конечно. Все, побежали, давайте скорее. Почему у тебя ближе было? Ничего себе, вот это главное то, что он там на один блок поближе он замечает, а вот то, что у него там решетка какая-то непонятно работает, он этого не замечает. Фонари, ну, отсыпал мне быстро 32 штуки. Какие фонари еще? В смысле, что-то. А, он тебе даже факела, что ли, не свет оставляет? Новые... О, кстати, стоп! Вот эта штука, я обязательно хотел бы потом воспользоваться. Что я нашел. Слушайте, я нашел батуты, я сейчас снизу, короче, поставил себе огромный батут, вернее, сейчас это делаю, и потом, когда я поднимусь, я заберу своего босса и оттуда полечу прямо на этот гигантский батут. Это будет очень круто. Это будет очень-очень-очень круто и прикольно. Главное, не промахнуться. Нубик, если ты мне дашь в итоге факела, то я буду очень рада. Да, Нубик, если ты научишься делиться наконец-то, то будет очень круто. Нет, он давал, но в смысле? Так они к тебе. Куда не взял? Леска, чё ты не взял-то вообще? Чё ты? Я не взял. Непонятно вообще, не знаю. Так, прикольные предметики всякие. Так, что у нас? Что ты, Нубик, что ты там охаешь? Что ты там такое делаешь? Такой вид делать, как будто бы что-то крутое нашел. На самом деле, ничего крутого не нашел наверняка. Ничего не буду смотреть, меня уже тут нет, я ушла. Так, здесь поднимаемся, здесь пустенько у нас, к сожалению. Сундучок, а я уже столько сундуков нашел. Так, я какие-то железные двери, наживную плиту нашел. Походу, из этого можно ловушку сделать. Я даже знаю, какую. Кстати, я потом обязательно попробую это сделать, если не забуду, конечно же. Так, взял, да? Интересно, на каком я сейчас этаже уже нахожусь? Я уже так высоко, вот кстати. 16 так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Так, я буду ускоряться, короче. А что они дают буду делать вот так. Не знаю. Что? Яблоки? Какие у вас яблоки? Ну, не знаю, это зависит от того, что удачу, у вас за яблоки там. Удачу. Так, раз, яблоки, два, удачу. Три. Нубик, удачи тебе точно потребуется, наверное. Так, о, наконец-то оружка первая досталась. Наконец-то первая оружка. Леска, почему ты мне пол проломила? Леска проломила еще и мне. Нубик, ты сам все проламливаешь и других потом на других вину перекладываешь, мне кажется. Ой, ну так. Это вообще, я не знаю, что сказать. Да. Согласен, что чанки, что небоскребы, Нубик не меняется никогда. В следующий раз чанки отдельно. Ух ты, что это такое? Лук бандита, что за лук бандита? Это вообще нелегальный лук, походу, какой-то. И тут вообще сильный. Очень сильный. Я хочу даже попробовать как-нибудь. Что будет интересно. Я вижу леску через стекло, по-моему, там что-то бегает какая-то. Посмотрите, у вас стекло горит там. Видите, нет? Вон снаружи, посмотрите, ты зачем что. Ты нам поджигаешь? А мы... Что? Это можно о, было так делать, погоди. Что ли? Ой, в ногу нет, хочу попасть. Нельзя. Погоди. Ой, есть, попал. Ничего себе, Леска. А зачем ты зачем ты туда зашла? Я тебе в ногу прям попал, короче. Спасибо так. Большое, конечно. Что о! Будет, если вот так? Там Леска, тут все тело, там, короче, всякое. Все. Так, раз, Нубик. Два, нет, три, больше. Четыре. В ногу выстрелили. В ногу. У тебя реально вот Лескина пята Леска! Получается. Туда попадаешь, и все, леска уже сразу падает. Слабое место лески. Леска, кстати, я, наверное, пока что это все сюда перемещу.
Ты что, издеваешься, Нубик? Зачем ты кинул туда? Все, нормалек. Так, короче. О, аптечки. Мне кажется, пока что я вас достаточно сильно опережаю. Вот, я пока что в лидерах. Так, что у нас здесь? О, полезная вещица, полезная вещица. И с нее надо что-нибудь тоже придумать. Много нет? Что? Ну у меня тоже не на каждом этаже. Мне ты чего думал ты? Просто Шеди копает быстро, четко. В этаже, я не знаю, сундуков. Ой, сундуков, наверное. Что я говорю? Стоп. В этом здании, наверное, этажей 100. Я сказал, тебе ждать или нет? Чего? Да я иду к тебе. Меня же видишь. Нам главное в конце посмотреть, как наши боссы будут друг с другом файтиться. Вот что самое главное. Он меня выстрелил в ногу, у меня пята отлетела, я вниз. Да, Нубик, ты вот, он ничего не слушает, как всегда, Леска, видишь, все прослушал уже. Все прослушал. Понимаешь, такое ощущение, что памперс не там, где сейчас, а как будто на голове надет. Да, это точно, он его глушит, как шлем для танка есть, короче, вот так же Нубика, короче, глушит по полной. Я теперь поняла, что с тобой не так. Так, иди сюда, так. Все понятно, короче, вы там в танке реально находитесь. Какой холодильник? Вы что, холодильник там нашли? Ничего уходи, себе, только говорит, придем тут... Мне говоришь, что ли? Я ушел, Нубик, что ты? Все, смотри, я уже сломал. Видишь, я тебя слушаю внимательно. Ты сказал, уходи. Ой, я взял, все вода! Сломал и ушел сразу. Вода! Вода! Теперь вы можете ты хотя что, бы вода, быстро знаешь, подниматься. Такая, что меня просто нет, в смысле? Не поднимайся по ней. Почему? Это вода, Леска, наоборот, по ней круче подниматься. Вы теперь, у вас чекпоинт есть. Давай я попробую, да, я попробую. У вас чекпоинт теперь спасет, короче. А подожди, какой чекпоинт у меня? Она бьет, эта вода, это что за вода? Стоп, погодите-ка. Я нашел вертолет. Я сейчас, короче, поднимусь на вертолете. Почему? Я, потому что это фейковая вода. Я теперь буду... Слушайте, смотрите, я буду поднимать, я буду не подниматься, я буду с небоскреба спускаться. Я сейчас поднимаюсь на вертолете, короче. Я могу удачи съесть. Если вы найдете вертолет, то вы тоже можете так сделать, потому что все зависит только от вас. Я, короче, полетел. Все. Нубик, ну все, мы, по-моему, уже проиграли. А когда мы нашего возьмем-то этого там? Стоп. Эй. Чего? Где вертолет? Я его поставил на землю, он у меня пропал. Вот тебе за то, что поставил нас. Да, реально. Что за фигня, друзья? Он же только что здесь. А, нет. Ой-ой-ой-ой. Пожалуйста, фух, есть, получилось, появился. Появился что-то. Что-то в один момент просто сломалось. Я очень испугался. Все, давайте, давайте, крутитесь, лопасти мои. Полетели. Так. Нубик, смотри, я лечу. Как у тебя дела там? Вот я здесь, знаю, давайте, даже смотрите. Не буду. Сейчас опять что-нибудь пульнешь мне? Нубик, привет, меня. Как дела, что делаешь? Не надо пулять мне в пятку. А я не пуляю, это ты в воду касаешься. А зачем ты ко мне строишься? Вот, что ты сделаешь, если ты тебе? Ко мне пойдешь, если я уже на вертолете поднялся? Я же не что к тебе ты... даже строю. Куда собрался вообще, не понимаю. А, так. Я вижу его, вижу. Какой же высокий небоскреб. Какой же высокий небоскреб. Слушайте, выше облаков даже. Он закрылся от тебя. Так, слушайте... Вручную подниматься очень далеко, походу. Прям очень далеко. Ты подожди, ты сам не поднялся, что ли? Шеди, ты не поднялся? Нет, я еще до сих пор лечу. Вот сейчас я поднялся только что. Вот только что я прилетел. Так, и Нубик, ищи, у нас тоже вертолет. Так, все, смотрите. Я вижу вашего босса, я своего босса забрал, вам тоже его нужно забрать. Хорошо. Я пока что пошел сверху вниз копаться в своем небоскребе. Все. Тыц. Давайте, давайте, давайте. Не, Леска, точно не скоро. Леска, точно не скоро. Там такое то, что я тебе говорю, ты подниматься будешь очень. Я говорю, на вертолете я поднимался, не знаю, секунд 20, наверное, где-то точно. Слушай, ну у нас-то нет вертолета, мы что сделать можем? Ну, я не знаю, либо найти его, попробовать, я не знаю. Ой, дверь, я не могу двери открыть. Нубик, подожди, а ты наверху же, наведение не работает, ладно. Пойдем пока что в другую сторону, короче. Так, Нубик, а почему здесь вот какие-то гранаты не забраны? О, прикольные вещицы нашел, прикольные вещицы. Так, кстати, у меня до сих пор еще никакой... Много бомбежки всякой. Да ладно, стоп. Я нашел, слушайте. Я же не там даже нахожусь. Где ты находишься? О, Нубик отстает, ничего ну, себе, Леска впереди идет. Слушай, а как воду, по-твоему, я должен проходить? Я не знаю, смотри, Леска, Нубик отстает. О, Нубик, ну ты даешь. Нубик проигрывает, Нубик так. Сзади идет. Нубик, нет, ну ты вообще, конечно. Нубик, ты используй другую. Капец, Нубик, как всегда, все, он уже накипишь и весь, короче, непонятно, что творится. Так, открываю все этажи. Так, как мне только не разбиться, на самом деле, сейчас на этих этажах.
чтобы со мной было все в порядке. Так, здесь нет. Нубик, ты так у нас нас уже достал, честно говоря, серьезно. Уже куда еще дальше-то доставать, непонятно. Так, сундуки. Ой, дайте мне какую-нибудь еду, пожалуйста. Так. Все, кстати, шаги. Прикольные спавны нашел. Чего? Я поднимусь. Поднимайся, я пока спускаюсь наоборот. Знаешь, О, еда. Спускаться подниматься, не спускаться. Спускаться это не подниматься. Потому что слова вообще абсолютно разные. Так, что тут пододвинуть? Вот это пододвину, наверное. Так, да. Яблочко. Обсидиановое зачарованное. Наверное, просто друзья, да, по жести много эффектов дает. Так, это можно все выложить, в принципе. Так, это оставлю. Это ведра выложу, нажимная плита мне не нужна. Так, что? Что у вас там? Везде это ваша вода. Ой, как я медленно хожу. Ты подумай, а вы ее заткнуть что? Не можете, что ли? Я не понимаю, что... О, бандитская тачка какая-то. Я вообще эту воду давно пошла. Ну это же пошла. Батл, Нубик. Я не знаю, смотри, почему смотри, вы до сих пор ты на меня не нападаете подумай, никак. Как бы, да, обойди так. Эту воду. Зачем ты лезешь сквозь нее? Алло, гараж. Вот именно, что ты там сквозь нее ты лезешь, Нубик? В конце концов, ты вот что ты творишь постоянно, не понимаю. Что вообще там... Не бомби, я отсюда лезла 300 лет на бомби. Это уже само, короче, что-то там у меня происходит непонятное. Само там... делается, что ли? Да, то самое. А может оно не делаться, пожалуйста? Воду да, хорошо, нашел. Я не в тебя, Леска, я не в тебя, если что. Все от нормально. От меня ты, значит. Чего? Нубик, я тут неважно, ничего не нам делаю. Нам надо босса нашего быстрее а оттуда как-то... А что у меня только что с взорвалось? Э, Шедечка, зачем ты туда пришел? Привет. Чего, все, я улетел уже, меня тут нет. Пожалуйста, не надо. Давайте, друзья, отсюда зайдем. Так, уйди, почему... Нам надо батареи. Ой, так, чутье на Нубика, часами, так. Голос пошел. Что какими часами? Что, часами ударился? О, Леска, в смысле, это ты сзади, что ли, тут идешь? А нет, это здание просто, что такое? Здание с Леской легко перепутать. Я вам сейчас, знаете что, я вам даже помогу. Я сейчас эту воду у вас тут попробую заткнуть, чтобы... А ну ладно. Я хотел, чтобы она не лилась просто, но раз уж нет, то нет, как говорится. Я, короче... Что, все, давай? Окей, ладно, пуляю тогда. Опа, пошло пуляй, дело, пуляем, друзья, пуляем. Просто какая-то неимоверная. Сказал, бесконечность не предел. Пропускаешь. Поэтому будет Нубик, вечный подъем снаружи. У нас здесь. Ты обыскиваешь, что-то осталось, что-то о, нет. О, так, друзья. Потому так. Что я не могла лезть. Что там у нас? Лестницы у меня нет, я тут не знаю, как лезу. Таракан. Нубик, попался. Есть, все, отлично. Так, я пойду еще по зданию, значит, пройдусь, посмотрю, значит, ну я не знаю, какие у меня еще сундуки там есть. Я не есть. Вижу, где конец и край вообще этому всему. Вот, я же говорю, выше облаков. Леска, ты выше облаков уже или нет? Сейчас я выгляну, у меня там еще даже выше облаков подниматься, серьезно, там очень далеко. Я не хочу, понимаешь, делать это самое окошко, потому что ты мне что-нибудь там стрельнешь. Ой, опять. Ой, так, ничего себе. Зачем слушай, ты меня вот... Я, к примеру, спускаюсь, да, и даже учетом того, что я спускаюсь и не поднимаюсь, я это очень долго делаю. Вообще капец, до сих ой, пор, плохо. Вот реально. Так, я даже никакие костюмы не нашел еще, да-да-да. Ну зачем ты меня вот стрельнул? Так батл же идет, в смысле? Батл. А что я должен битва делать-то? Идет. Нубик, сражение. Ты что, вот такие вопросы странные задаешь, конечно, вообще непонятные. Так, я даже, ладно, я их брать не буду, у меня, в принципе, много других прикольных штук есть. О, а вот костюм я бандитский тут какой-то с балаклавой возьму все-таки. Я его сейчас надену, все, так, я теперь незаметный... Крутой максимально. Так, еще у нас тут. Ой, еще тут. Ой-ой-ой, куда а мне их девать-то только? Найти, интересно, что мне с ними делать? Можно, я даже все это забирать не буду. Так, бейсбольная бита. Так, ладно, мне она. О, ничего себе! Сколько предметов-то? Что мне с этим делать? Реально, я ничего не могу вместить уже. Ай-яй-яй, я падаю. Что у нас здесь? О! Так. Одна очень прикольная штука нашлась. Какая? Сейчас. Сейчас узнаете. Джетпак? Сейчас узнаете. Не джетпак. Немножечко совсем по-другому она там называется и отличается тоже от джетпака, и действие у нее тоже абсолютно другое. А, нет, да, она почти разрывная. Почти разрывная. Ну, так он сейчас разбомбит нам что-нибудь. Называется. Ладно, узнаем потом. Так, Леска, ты на пути, да, кверху? Все, я, в принципе, я весь свой небоскреб уже прошел. Я у меня весь он пройден. Пути, что я сейчас... поднимаюсь на крышу, я сейчас посмотрю, насколько ты высоко там находишься. Ладно. И если вы сейчас в течение минуты не сделаете, мне придется одного из вас, короче, видимо, поднять уже, для того, чтобы посмотреть финальный батл между боссами бандитов и боссом полицейских. Хорошо. Вот. Так, поднимаемся вперед. Так. Ты поднимаешься на чем? На вертолете или как? Нет, я наверху, по-моему, Шеди, подожди, не поднимай меня, сейчас сама. Поднимаюсь. Так, ну-ка. Это джетпак? Не, нашел-то я тогда не джетпак, а летаю сейчас я. Заранее. Я
думал, он проговорился. Так. Не, в сундуке нашел. А, нет, Леска, знаешь, тебе еще знаешь, сколько этажей? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 10 этажей осталось. Так, а ты то, что сундуки находишь, ты собираешь их с собой? Я собираю, я да, но, знаешь, часть так, была давай, снизу, давай. Нубик их уже забрал, да. Так, Нубик, а ты там где находишься вообще? Нубик, по-моему, достаточно низко еще, мне кажется. Низко? Нет. Нет? Так, а я тебя вообще не вижу даже, ты реально как-то очень далеко, по-моему. Нубик, тебя приборы не видят, ты где? Эй, Жеди, я внизу! Внизу? Ну вот давай поднимайся, если ты внизу, что я тебе могу сказать-то? Так, давайте так, пока слушай, вот эту штуку возьмем. Так, давай, Леск, поднимайся. Все нормально. Так, так, я поняла. Сейчас мне что-то на голову полезло. Тихо, да, полицейский или злой. Полицейский, я к нему подлетел, он сразу руки поднял. Я так делать ему подходить больше не буду. Не надо подлетать. Так. Да, где-то у нас Леска. Что он тут делает у нас? Так, ладно. Короче, Леска, просто реально наблюдаем. Чего? Какие белые штуки? Нубик, поднимайся просто, так времени уже. Я столько алмазов нашла. Нубик, алмазы я тебе потом нашла? Все дам. Слушай, да, а скрафти из этих алмазов блоки и поднимайся на них, я не знаю. Да? Несмотря сколько у тебя там алмазов, я не знаю. Вот, наверное, можно какие-то блоки скрафтить и подниматься понарушки, просто. Понарушки, я поняла, я сейчас пойду тогда, подожди. Так, у меня давай, на самом давай, деле давай. Достаточно много блоков уже. Это что так, такое Нубик, а ты где? Ты мне в лицо сейчас нафунял. Так, стой, погоди, если вот так вот сделать. Так, так, Леска, только назад ты не пойдешь. Ой! Чего? Ё, что это было? Медвежий капкан в воздухе прям поставил, прямо в воздухе на него наступил. Сам, как-то. Да? А как это? Да, непонятно как. А как это в воздухе возможно? Так, Леска, у тебя, если что, белый камень есть, да, чтобы забрать полицейского? Белый камень? Да. Не знаю, сейчас посмотрю, мне кажется... То с помощью чего ты заберешь? Нет у тебя? Серьезно? Ну вы что такие неорганизованные-то? У вас две штуки, да, их? Леска, он тебя сейчас полицейский тебя бить будет! Ай! Все понятно, друзья. Я не знаю. Короче, я. Ой, да что ты меня-то бьешь? Мне это понятно. Подними нас, знаете, наверное, что? Никто никого поднимать не будет. Я вот сам сейчас заберу вашего босса, я его спускаю вниз и посмотрим, кто нас сегодня в этом батле победит. Ну, спускайся вниз, прыгай вниз. Так, и как и обещал, я сейчас взлечу максимально высоко, и я прыгну на свои батуты. Так, полетели! Так, летим на батуты! Так, есть, уже попасть! Есть, попал! Все, отлично. Я тоже хочу на батуты. Так, идемте сюда. Так, смотрите, чтобы было честно, вот ваш босс. Нате, вы его ставите. Я тоже своего босса ставлю. На счет три. Погнали. Давай. Помогать им нельзя. Давай. Поняли. Раз, два, три. Три. Так, о, пошло дело. Так, драка пошла. Так, давай, кто у нас давай, сегодня? Наш полицейский, так, мочи его мне кажется, полицейские по логике должны победить, правильно? Нет, я не знаю. Я за полицейского тоже. Поровну. Ну, серьезно. Поровну, как смотрите, бы. Как. Так, пока что поровну. Нет. Пока что поровну. А что они так одинаковые? Давай еще. Слушай, ну, чтобы интрига, наверное, была. А что, если никто не победит? Мне кажется, как будто бы у бандитов, да. Побольше чуть-чуть, да, прям на капельку побольше. Так, давай, давайте, ребята. Так, еще я потом ловушку для Нубика одну построю прикольную, короче, ой, посмотрю. Спасибо. Так, да, прощайся, в ловушке это всегда круто. А, я нажимную плиту потерял, все, я понял. Не получится ловушку сделать, к сожалению. У вас есть код нажимная плита? Нет. Наверное, нет. Откуда у нас такие Ну ладно, вещи? Ну ладно. Так, еще немного остается. Так, кто же победит? Как будто бы у бандита все больше и больше хп становится по сравнению с полицейским. Он восстанавливает, по-моему, немножко его, да? Так, я... Мне кажется, нет. Ну, почему у нас опять не побеждает? Так, последний удар остался, кто же? Бандит, я понял. Почему? Я... Ой, что это было? Я испугался. А так можно Короче, сделать вот так? Я не знаю, почему... Зачем? Нельзя было? А зачем уничтожили-то? Я не знаю, но он же бандит. Ну все, я вас ликвидирую тогда. Фигня? Взяли моего босса, сломали. Ну что а это чего? Такое вообще? А я-то что? Что вы тут ставите? Короче, знаете что? Вот нате вам тут... О, что он меня палит, я не понимаю. Так, вот сами, короче, со всеми вот бандитами теперь разбирайтесь, все, подмога пришла. Короче, я полетел отсюда на своем джетпаке, а на связи был Шэдди Мэн. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся и услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.